Добрый день, друзья! Хочу пригласить вас завтра, это 5 июля, в 11 часов дня на вторую беседу, которую мы запланировали, у нас цикл бесед. Эта вторая беседа будет иметь тематику моделирования или же прогнозное моделирование. Правильно, это вот так звучать. Мы будем обсуждать, выгодно или невыгодно инвестировать в недвижимость. За мной вы видите вот такую фон, это стенка. Почему-то вспомнил песню Высоцкого: «Коридоры заканчиваются стенкой, а туннели выходят на свет». Ну, это инвестирование на рынке недвижимости. То есть все-таки мы будем видеть свет в конце туннеля или же вот такую, так сказать, стену. Напомню также вам, друзья, в первой беседе мы обсуждали мониторинг рынка недвижимости, мы обсуждали анализ рынка недвижимости, не просто анализ, а системный, многоуровневый анализ рынка недвижимости. Мы обсуждали, как можно моделировать рынок недвижимости с помощью индексов. Все это, в общем-то, было достаточно, как мне кажется, интересно. Самое главное, что с цифрами. И вот теперь во второй беседе Валерий Александрович Воронин, это будет наш докладчик, профессор, доктор технических наук и просто замечательный человек. Он подготовил информацию о прогнозном моделировании рынка недвижимости Украины, естественно. Также мы пригласили, на мой взгляд, достаточно таких вот, не знаю, как политкорректно назвать, пригласили уважаемых, в первую очередь, наверное, да, уважаемых таких людей, которые очень много и весомых, ну, весомых не с точки зрения там возраста и там веса, да, а весомых с точки зрения проделанного работы, которая касается исследования рынка недвижимости. Если вы помните, что все наши беседы, в общем-то, выстраиваются вокруг рынка недвижимости Украины. Так вот, один из таких уважаемых людей – это Владимир Шалаев. Это представитель компании «Увикон», также заслуженный эксперт-оценщик украинского общества оценки. Ну, там достаточно много регалий, не буду, в общем-то, все перечислять. Также будет присутствовать у нас еще один ученый. Это представитель компании «Veritex» Якубовский Валерий. Он является профессором, доктором технических наук. Ну, многие его тоже знают, это достаточно, в общем-то, известная личность. И будут присутствовать представители компании «Аргумент». Правда, мы не знаем, кто будет, то ли Сергей Фролов, ну или представитель от компании. Мы надеемся, что люди, которые, в общем-то, будут присутствовать, ну, во-первых, это потенциальные спикеры, люди, о которых я сейчас только что вам рассказал, это первое, да. А второе, люди, которые записались и будут присутствовать на беседе, могут подготовить, зная, в общем-то, этих потенциальных спикеров, могут подготовить вопросы, которые мы можем, в общем-то, обсуждать. В любом случае, мы не хотели бы, чтобы доклад Валерия Александровича Воронина остался без обсуждения и без, так сказать, интересных вопросов, которые вы можете задавать не только Воронину, но, естественно, и господину Якубовскому, господину Шалаеву, господину Фролову, ну и мне, естественно, вашему скромному слуге. Итак, друзья, ждем вас завтра на это мероприятие, которое, еще раз напомню, состоится ровно в 11 часов дня. В описании моего канала есть Viber-телефон, на который вы можете сбросить свои координаты или свой телефон для того, чтобы стать полноценным участником этой беседы. Я с удовольствием отвечу вам, зарегистрирую вас, и завтра приглашаем всех на вторую беседу, которая посвящена, еще раз повторюсь, прогнозному моделированию рынка недвижимости Украины.